Привет, народ YouTube. Сегодня хочу прообзорить посылочку. Это вторая посылка, которая была в предыдущем видео. Так, лежит в ней, по крайней мере, должен лежать китайский бломер для своей мастерской. Я заказал давным-давно, о нем мечтал. В общем, все есть, в принципе, ну не то, что все, но много. И штангенциркули, и микрометры, и индикаторная стойка есть, и индикатор часового типа, а вот угломера не было. И вот прям проблема, как что надо с углами связанное посмотреть, измерить. Начинаешь что-то выдумывать. Заказывал в Китае. Ссылочку оставлю на продавца, посмотрите. Вот такой вот пластиковый ящик с китайскими иероглифами. Вот здесь расколотый чуть-чуть. Что-то он весь какой-то шаткий, валки. Так, ну вроде в остальном более-менее целый. Вполне может быть, что не при пересылке даже. Какой-то старый. Старая отломлена, ладно, не важно, лишь бы внутри был целый. Ага, вот здесь вот все разорвано, хотел другим словом назвать. Вот есть крутилочка небольшая, и проткнула полиэтилен, и здесь все разорвалось, царапало. Да, добирался он ко мне весело. Чувствую, и вполне может быть, что и выломил. Так, какая-то бумажка. Здесь тоже порван. Ну, в общем, наша почта, как обычно, в своем репертуаре. Он достаточно увесистый, поэтому вполне внутри коробки он никак не зафиксирован. Мог. Прибор-то по сути точный. Желательно его в таких вот чемоданчиках без фиксации. Как-то все в нем болтается. Но он не затянут, все барашки, в принципе. Не затянут. И он вот в этой шелухе от поролона. Сейчас маленько. Продуем. Коробочка ни о чем. Вот. Ну, от пыли, конечно, защищать будет, но что-то здоровенное. Хотя да, по-другому никак не лучше. Ладно. Вот такой вот угломер на 320 градусов. О чем свидетельствует надпись на коробке. Вот. Есть они и меньше, есть, по-моему, больше даже. Как им пользоваться, я еще пока в точности не знаю. Вот, в общем, слесарный угольник 90-градусный. Здесь какой-то косячок есть. В углу. Вот эта вот деталька. Что-то как-то прям совсем как будто не отсюда. Попробую показать, как она обработана. Что-то как-то не очень. И грязь какая-то, да и вообще качество обработки оставляет желать лучшего. Он весь, в принципе, сделан неплохо, но вот то же самое. Вот эта деталь, вот этот вот треугольник большой, здесь вот заклепки под заметы. Ну, в общем, если честно, как-то боязно им пользоваться сейчас попервой. Вот я его хочу перебрать, он весь какой-то хрустящий, что-то внутри там похоже крошка вот эта от пластика. Здесь люфт вот такой вот.
Ну да, подделка китайская. Это чувствуется. Но будем надеяться, что для моих задач точности его измерений будет достаточно. Потому как у меня не сказать, что станки повышенной точности. Так. Вот. Но удобство, которое он позволяет в работе, как им пользоваться, незаменимая вещь. Вот такой вот китайский угломерчик. С нониусом. Ладно, буду с ним разбираться. Переберу весь его, смажу. Там видно будет. Вот, обзавелся. Наконец-то. Ладно, всем спасибо. Всем пока. Ссылка в описании будет.